При работе с МРТ даже небольшой металлический предмет может стать большой проблемой, если он попадает в кабинет МРТ. Перед процедурой МРТ обязательно анкетирование пациентов, но исследование, проведенное доктором Эммануэлем Каналом среди 228 пациентов, показало, что даже после прохождения стандартного опроса у 44,3% пациентов все еще были при себе какие-либо предметы из железа. Как же наверняка убедиться, что ваши пациенты и персонал не занесут в кабинет МРТ никаких ферромагнитных предметов? FerAlert Solo обеспечивает исключительную эффективность и точность в обнаружении мельчайших ферромагнитных предметов благодаря технологии с 12 датчиками и 6 зонам обнаружения. Система FerAlert обеспечивает бесконтактную активацию, чтобы предотвратить перекрестное инфицирование. В отличие от конкурирующих систем, детекторы FerAlert могут точно определять нахождение даже скрытых ферромагнитных предметов. Эта функция позволяет технологу быстро и легко выявлять и устранять ферромагнитные угрозы. Уникальная функция определения местоположения особенно важна при работе со скрытыми или имплантированными ферромагнитными элементами. Вот некоторые предметы, которые были обнаружены нашими клиентами с помощью FerAlert Solo. Другие детекторы не указывают, где именно находятся обнаруженные металлические объекты. А значит, персонал вынужден тратить драгоценное время на предположения и попытки найти их с помощью дополнительной проверки или инвазивных досмотров. FerAlert Solo – это самый точный, эффективный и надежный ферромагнитный детектор на рынке. Он с точностью определяет ферромагнитные предметы, которые пропускают другие системы. Спасибо за уделенное время!